Раз, два, три. Снято. Мотор. Два, три. Я могу посмотреть туда, да? На счет три. Два, три. Пожалуйста, повернись. Один, два, три. Обычно наши песни в стиле хип-хоп, но сейчас в этом трейлере у нас жуткая фоновая музыка. Это так весело. Я ударил по банке. Она попадает в стену прямо перед лицом Йонбока. Он напуган, а я счастливо наблюдаю за ним. Раз, два, три. Хорошо, снято. Хорошо, пойдем дальше. Это дань уважения этой позе. На крыше и... Раз, два, три. Раз, два, три. Снято. Мы здесь для съемок трейлера от Динари. Мне нужно было сыграть что-то новое. Вы увидите напуганным меня и взволнованным. Надеюсь, что вы насладитесь просмотром. Пожалуйста, насладитесь им. Я буду делать фото с помощью камеры со включенной вспышкой. Торт своим детским фото. Я отдам его Феликсу. Нет, мое лицо. Я все еще так выгляжу? Ага. Привет, сын Мини. Дурачок, хочешь пойти натворить каких-нибудь глупостей? Опусти взгляд на него. Мило. Я насчитаю до трех, затем Айен скажет, что и станет. Ты будешь выглядеть слегка раздраженным. Ты разбудил его. Раз, два, три. Окей, снято. Думаю, Стэй не так уж часто видели меня злым. Я думаю, что в этот раз вы увидите, как я сержусь на Чанбина. Он постоянно меня достает, раздражает меня. Приставучий. Мотор. Айен, постарайся выглядеть так, словно спрашиваешь, кто ты. Так, приготовились. Камера, мотор. Раз, два, три. Мотор. Снято. Подбородок. Это лучше. Это не фетровая шляпа. Как ты называешь эту шляпу? Эту шляпу? Берет? Он очень большой. Очень большой. Среди всех беретов он самый большой. Он напоминает хлеб. Когда я сложил его, он изначально был большим. Он напоминает пиццу. Я хочу пиццу. Я тоже. Я съем немного в общежитии. Поем перед сном. А я? Он подходит и лапает меня за зад. Эй, ты должен был мне сказать, если хотел ее потрогать. Я единственный могу это делать. Нет, не ты. Это... Я думаю, основная тренировка – это тренировка ягодиц. Нет-нет-нет, не имеет значения, делаешь ли ты отжим лежа или что-то другое. Вам нужно напрячь ягодицы. Не травмируйтесь, тренируя мышцы кора. Я вчера делал жим лежа. Я встал сегодня, и мой зад был бам. Мой зад очень... Вот что происходит. Йонбока, подойди. Почему ты такой милый? Я выгляжу мило. У тебя классные волосы. Красиво. Ты выглядишь как... Ты похож на игрового персонажа. На игрового персонажа? Maple Story. Он напоминает персонажа Maple Story, так ведь? Дай-ка посмотрю.
Ты выглядишь как крутой персонаж Maple Story. Я покрасил волосы в красный, мне идет. Благодарю. Я действительно с нетерпением жду этого трейлера. У нас много было забавных элементов в прошлых трейлерах, но на этот раз все серьезно. Я думаю, это будет здорово, но по-другому. Мотор. Два, три. С вами были раз, два. Спасибо, Мистер Кидс. А я пойду и съем немного курочки. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Дверь. Обнимите меня. Мотор. Просто бросься туда. Два, три. Тут присутствует что-то вроде триллера. Мы впервые снимались в атмосфере хоррора, так что мне было весело. Это будет отличаться от обычных Stray Kids. Но мы хотим вам показать, что можем делать и такое. Мы создали этот альбом в нашем собственном стиле Stray Kids. Наша заглавная песня «Маньяк» — это великолепная песня. Поэтому, пожалуйста, ждите ее с нетерпением. А, все наконец-то закончилось. Мне было весело, я многому научился. Я также много думал об актерской игре. Мне все очень понравилось. Думаю, это и называется актерством. Мы снимались вчера, сегодня. И каждый из нас придумывал свой концепт, изображая своего персонажа. Я думал, он такой страшный. Или почему он такой забавный. Он такой потрясающий. Мне кажется, получится все очень здорово. Стэй, пожалуйста, ждите это с нетерпением. Всем спасибо за просмотр, с вами была Зара Зиэр. Аннём!